Вот жилое здание классное. Единое озеро, класс. Ходить куда-нибудь. Походу же вы приехали. Это театр. По театру идем. Точнее, рядом. Машину возьмем и приедем уже тогда. Не так, знаешь, на машине никто не будет. А что, фонтан отключают, да? Конечно. Они уже давно отключили. Как и везде. Ну, как, в середине октября отключают. Кафешки прикольные. Это же кафе, что ли? Да. Да-да-да. Чтобы здание и гостиница, это гостиница Алмата. Гостиница Алмата? Да. Газ-телеком. Да, фасады. И вход в метро. Я, она же будет это, у меня фотографом. Она у меня подмастерье. О, тепло так. Ветер и поезд. Вот типа такой эскалатор у нас идет. Господи, да у меня за этих снимков здесь. Ну ладно. В общем, вот такое вот метро в Алмате. Кому интересно, тот смотрит блоги. Комментируйте. Самое молодое метро. Самое молодое метро из чего? И в мире, сказать, наверное. В мире? Пока в мире, наверное. Наверное, пока в мире. Самое молодое. В Азии самое красивое. Самое такое аккуратное. Да. В Азии. Да, оно мне больше, чем московское нравится. Ты сильно приближаешь? Надо снимать на максимально отдаленном. Качество будет лучше. Я даже на камере не всегда зумом пользуюсь. Вот уже приехали почти. А, вон же камера тоже снимает. Типа вот. Спускаемся. Опа, пошли. Короче, вот такое вот цивильное метро. Перила. Чем-то московское напоминает. Вот такая мозаика на стенах. Да ты просто так не фотай меня, сфотай на фоне. Пойдем. Отсыпаю вагоны. Посмотрим, короче, что народ есть. Сюда идем. С той стороны тоже. И с этой. Что? Телевизор здесь, по-моему, поставили. В общем, вот в метро Алматинском. В Москве поезда каждые 3 минуты ходят. А у нас... Что-то бричка, бай. Проводит 7 станций. И 4, 3 состава. Фига себе, мы на станции Байконур вышли, да? Прикольно. Да, тут постоянно ролики вот эти крутят в космос. Вон пошло метро. Оно намного лучше, 10 тысяч раз лучше, чем, блин, в Москве, по-моему. Это ваше, родное. Да. Телевизор сделали на станции. Космос. Ну, за моей спиной можно видеть этот все. Алмату начали показывать. Пойдем. Пошли. В общем, халявный телек можно посмотреть тоже. Плазму развешали. Вот денег некуда девать, не бы в хату. Ну ты знаешь, я, мне кажется, наш город это вот. Не, я не спорю. Это я вообще, в общем-то, это вырос, что-то.
Да, классно. Не, это вот реально вложение денег. Да, в общем, вот такие вот станции классные. А сколько уже, вот когда она открылась, сколько уже работает? Второй год уже. Второй год? А за прошлым году ко Дню независимости 16 декабря открытие было. Понятно. Ну тут вот реально как в космосе сделали, ну, такая арочка. Да, вот космическая тематика, красивая очень тоже. Вот такой выход идет. Здорово, что. А вот эти тоже, что ли, телевизор? Нет, это просто реклама. Рисунок мне не выглядит. Интересно, классно так. Ярко, вот как будто плазма висит, а не реклама. В общем, идем дальше. Сейчас поднимаемся наверх. Так это все вверх у нас идет. Выглядит. Оп. И поехали, короче. А? С собачками ходят все равно. По утрам? Да, такие поисковые собачки. Каждую решеточку. Ничего себе. Мобильная связь не взяла. Отключена. Папсы. Наверное, специально, чтобы не детонировало ничего, наверное. В Москве уже давно метро запустили, а у нас все отключено. Такая вот метро. Потолок весь плиткой выложен вон там вверху. Красиво. Оказалось, решетка вообще. Такой вот. Короче, на выходе вот такая тема, только почему-то подсветки нету. Еще пока не доделали, да, наверное? Ну почему? Зачем тратить энергию? Не, ну все равно намного красивее, когда подсвечивается. Ну ладно. Хоть да. Хоть так сделали, ладно. И выход. С одной стороны, с другой стороны выход.